заседания, поскольку надо делиться с свидетелем Маким Геннадием Ивановичем и, соответственно, перейти уже к письменным доказательствам. Сколько вам времени нужно, чтобы вы определились с ним, как вы выразились, и что вы будете определять? Он будет сегодня доставлен, нет? Потому что прокуратура если обеспечит я. Если не будет он доставлен, соответственно, мы будем решать вопрос о том, необходим ли нам этот свидетель. До полтретьего, я думаю, определимся. То есть вы просите объявить перерыв до половины третьего для того, чтобы определиться с тем, будет ли вы представлять в качестве показания свидетеля Макина, будет представлен сам свидетель. Мнение участников процесса по возможности удовлетворения ходатайства прокурора об объявлении перерыва до 14:30. Ваша честь, сторона защиты не возражает, поскольку Макин Геннадий Иванович – ключевой свидетель обвинения, и мы хотели бы его допросить. Его показания крайне интересны и важны для этого дела, поскольку изначально дело было инициировано именно Макиным. Спасибо. Возражение есть? Да, я согласен с адвокатом. Согласен с адвокатом. В таком случае, что это